На плохие погодные условия жаловались участники аварии на улице Петра Витера. Там этим утром столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Хина. Перед столкновением легковушку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Что говорили участники ДТП, знает Айрат Назипов. В порядке не было? Да, в порядке. Пристегнут был. Машину жалко. Volkswagen Golf – первый автомобиль этого молодого человека. Возможно, из-за отсутствия опыта вождения он не справился с управлением, когда проходил резкий поворот. Рассказывает, что выезжал с кольца на улице Петра Витера, двигался в сторону авторынка. Во время маневра машину занесло. Неуправляемый транспорт вылетел на полосу встречного движения и въехал в заднюю часть китайского грузовика. Я ехал по своей полосе прямо. И оттуда вылетел на машину с большой скоростью. Я уже показал, что хотя бы на переднюю часть не попал. Водитель легковушки свою вину не отрицал, но уверял, что ехал на предельно допустимой скорости. На повороте меня занесло и ударился, получается, в машину. Скорость небольшая была, в районе 30-40 километров, а гололед то, что из-за этого меня понесло. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции с высокой вероятностью определят виновного водителя легкового автомобиля, а потому, скорее всего, восстанавливали свою первую машину, ему придется за счет собственных средств. Айрат Назипов, Ленар Гинатулин, Азат Самигулин, вызов 112.